перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет. Всем привет, кто на связи. Давно не были в эфире. Всем привет. Ну, только закончился концерт мурманский. Спасибо всем, кто был сегодня. Спасибо за кач нереальную, за поддержку, за то, что пели, качали вместе с нами. Еще немного подбаливаю, но уже иду на поправку. Еще чуть-чуть и все. Ждем матча с Ромой. Мы на телеке будем смотреть. Слышали новости про несчастный случай, который произошел в Риме. Поддержка всем парням, кто пострадал там. Поддержка. Сегодня особенно нам нужна победа, так что сегодня болеем за любимую команду. Будем громить Рому. Ростов-на-Дону привет. Тяжелая публика в Мурманске? Нет, отличная публика. Публика просто супер. Толечка, Одесса, приветствую, брат. Все хорошо. Спасибо. Спасибо за добрые слова. 27-го мы выступаем в замечательном городе Минске. Всех ждем. Таллин, привет. Да, мы в Мурманске, такой вид за окном. Вот так вот. Очень порт, внизу порт. Жду в Америку. Да, мы скоро летим в Америку. Ну, как скоро? В январе. Америка, Канада. Мы будем зажигать. Краснодар, привет. Всем привет. Всем привет. Я под чем? Я в ужасе просто. Я валяюсь просто. Тольятти, привет. Блин, я почитал комменты про голос. Про выпуск голоса. Где писали, что я пьяный бегал на выпуске сидел просто в ужасе. Просто разорвался. Что я там не в себе был. Я посмотрел, блин, ну, всегда пишут, что я по чем-то. Да, я был не в себе. Я был под валерьянкой. Так. Привет, Свеж Королы. С Карелина. Ну нет, Сан Саныч, как что значит дружно? Надо, чтобы дружить, очень большим уважением отношусь к нему. Вот, как великому спортсмену, как личности. Егор Петрович, Ленинград будет на Ростов-арене выступать. Ты был перед открывателем площадки. Ну, не знаю, как после трава будет. Мне кажется, что
Карпину опять придется с кисточкой по полю бегать, подкрашивать там, чтобы все было хорошо. А так, на самом деле, круто, что Ленинград выступит на у нас в Ростове на большой арене. Это будет круто. Получится, обязательно приеду на концерт Ленинграда в Ростове. Вот это будет событие. Вот. Еще хотел про комменты. Мы выложили видеоролик, который записан был с нашей регбийной командой ЦСКА, мамой ЦСКА. Как много комментов было там про Ростов, не Ростов. Я вас прошу, дорогие друзья, стараться разделять, да, любовь к городу, к своей родине и клубу, за который ты болеешь. Не смешивать одно с другим. Вот. Я болею за ЦСКА, это мое личное желание, мой выбор, то, как я себя вижу. Вот. Также поддерживаем наш легендарный клуб СКА Ростов. Не надо забывать, что в Ростове несколько клубов и великих. Да. Может быть, сейчас они находятся в не лучшей форме, как СКА Ростов. Но это такой же великий клуб, и каждый ростовчанин сам решает, за кого болеть. И не значит, что ты живешь в Ростове, должен болеть за Ростов. Такое клише, что особо не переживайте там. У кого пригорает и бомбит по этому поводу, предлагаю просто болельщикам клуба Ростов выйти на улицу, энергию потратить на то, чтобы навести порядок на улицах, там, поподметать, покрасить там калитки, ну, с пользой какой-то, желчью не брызгаться. Вот. Быть полезными своему городу, вот так. Вот такое вот мое пожелание. Поэтому оставим свои фанатские предпочтения самому себе, на свой личный выбор. Вот. Поэтому скоро... Вот, траву можно красить, да, вот Егор Петров пишет точно. Чтобы Валера Карпин сам там с кисточкой не бегал, да. Я прочитал, просто офигел, ребята, что Валера Карпин сказал, что после моего концерта пришлось поле перекрашивать, красить кисточкой просто. Я представил себе картину, как Валера идет и красит с кисточкой просто, матерясь и обвиняя меня во всех личных неудачах. Так что давайте как-нибудь реальней относиться к этому. Так что вас всех обнимаю. Пылевизатором, да. Я просто представляю, как он сначала пылевизатор заряжал зеленой краской, потом поливал это все. Вот. Пустите Валеру еще где-нибудь покрасить в Ростове газоны. Тем более сейчас осень, выцветают они быстро. Мне кажется, что это будет полезно и, ну и забавно, и такой интерактив будет. Вот. Тим ЦСКА, спасибо большое. Спасибо большое. ЦСКА всегда будет первым. Вот. Еще хочу сказать насчет СКА Ростов, нашего легендарного клуба, что сейчас мы создадим инициативную группу, чтобы все болельщики Ростова, ну, кто в Ростове-на-Дону болеет за СКА Ростов, могли в одном каком-то месте общаться, форум сделаем, группу, да, где мы будем обмениваться. Господин Добряков, низкий поклон. Где мы будем обмениваться информацией, новостями и всячески поддерживать клуб, чтобы он вернулся на прежние высоты. Кому интересно, ростовчане, что такое СКА Ростов, почитайте в Википедии, забейте. Обязательно. Да, болельщиков видел, что в метро эскалатор понесло. Уже говорил в начале трансляции, что поддержка парням, кто там пострадал. Это очень, конечно, печально, что люди отправились за границу поддержать клуб. И так вот случилось, так вот получилось. Одноклассников, конечно, помню. Так что вот так, дорогие друзья. Давайте будем
терпимыми высказывать свои точки зрения, без страха, что нас там будет поливать и у кого-то бомбить будет, потому что всегда будет у кого-то бомбить, что бы ты ни сделал. Вот. Болеть за те клубы, которые мы хотим, верить в то, что мы хотим. Это же свобода, словно. Надеюсь, мы за этим. Ростов тебя любит. Я благодарен Ростову за это. Надеюсь, мы за тем и общаемся в сети, чтобы честно и свободно высказывать свое мнение по разным вопросам. Да, в надежде быть услышанными, если мы где-то ошибаемся, чтобы нас поправляли, люди подсказывали, а не просто топтали как-то. Хочется, чтобы интернет это для нас был местом свободного общения. Да. Второй сезон «Газлайф» мы отсняли, так что вас ждет вторая. Добряков. Шалам. Шалам. Вас ждет второй сезон. У нас были супер гости. Спасибо всем, кто писал и задавал свои вопросы. Это будет большая игра. Так что надеюсь, я не сильно буду вас раздражать своим ведением программы. Это очень тяжело. Как я был неправ, когда говорил про людей, которые делают какие-то свои шоу. Говорю, очень слабенько, очень. Это очень тяжело. Очень-очень тяжело соответствовать высокому званию ведущего или человека, который берет интервью. Очень тяжело. Так. Как там? Ждем? Все. Все, будем смотреть. Будем смотреть футбол. Еще раз парням, кто пострадал в метро, поддержка. Спасибо, Мурман, за концерт. Еще чуть-чуть. Привет, Польша. Чуть-чуть немного болею. Скоро поправлюсь, и все будет просто. Добрякову отдельный привет. Все, обнимаю. Смотрим футбол.